Сезон продажи арбузов в самом разгаре. Врач-гигиенист проверяет рынки города. Самое частое нарушение – реализация бахчевых в разрезе. Половинки, даже завернутые в пищевую пленку, непригодны к употреблению. Оправдание – это образец не принимается. Но то, что продавать продукцию арбузы в разрезанном виде нельзя, вы в курсе, да? Не покупают у вас, не бросят? Да. Объясняйте, что нельзя, потому что вы будете нести ответственность за их здоровье. За все приходится платить. Хорошо, если деньгами, а не здоровьем покупателей. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Максимальный штраф физлицам – 1110, индивидуальным предпринимателям – 7400. Юрлица могут лишиться 18 500 рублей. Запрещено продавать продукцию под открытым небом. Необходимо защищать от прямых солнечных лучей и от атмосферных осадков. Чрезмерное нахождение на прямых солнечных лучах продукции в разрезанном виде, в бахчевых именно, арбузов чревато тем, что нитраты, которые содержатся в арбузе, если они в повышенном количестве, они переходят в нитриты и образуется яд. Превышение нормы нитратов чревато кишечной инфекцией или отравлением. На товар у продавцов должны быть документы, которые вправе требовать и покупатели. Недопустимы трещины, вмятины и глубокие царапины на ягодах. Легальная продажа разрешена только в специально оборудованных местах. Страна Дагестан. Это Кизирия. Вот. Это бахчевые, грунтовые. Вот. Это сорт Товган. Проверки проходили на дыню, на торпеду, на арбуз. Нитратов нету. Каждый вот месяц проверяем. Все проверяем, как положено. Так что приходите к нам. У нас арбузы вкусные. При выборе следует обращать внимание на хвостик. Он должен быть сухим. Также спелую ягоду можно определить по контрастным полосам и блестящей корке. Пятно на арбузе должно быть желтое, тогда плод точно будет сладкий. Елизавета Липеева, Максим Галионко, Бобруйск, 360.